Ну, мы рады, что победили дома. Опять пришло очень много людей, они нас очень здорово поддерживали. Вообще отличная атмосфера на арене. И мне кажется, мы сегодня много хорошо боролись, и была хорошая игра. 8-дневный перерыв был, да, вот это? Как вот игралось после него? У нас появилось несколько новых ребят, нам нужно было время, чтобы там сделать новые сочетания. Мы хорошо отработали, были голодные до игры, хотелось уже играть, выйти, и здорово, что начались победы. Ребят много новых, но лидерами все же остается ваше звено. Сегодня две шайбы на вашем счету. Как их прокомментируете? Я думаю, у нас все должны быть лидерами. И как бы все у нас берут игру на себя. Как бы сейчас хорошо, что мы забили, и в другой игре другие забьют. Мы все как бы делаем одно дело, у нас всех одна задача. Для вас этот дубль сегодняшний стал уже третьим в сезоне. Случайность, закономерность, что именно вот дуплетом стреляете? Ну, не знаю, как бы просто хочется играть, забивать. И не знаю, так получается, я рад. И опять же, когда мы забиваем, мы лучше играем звеном. Может быть, поэтому получается какие-то еще комбинации сделать.